Здравствуйте, с вами снова Никита Соколовский. И сегодня мы приготовим деревенский кулеш, что просто и очень вкусно. Для начала нам потребуется пшено, которое нужно будет промыть. И сливаем воду. В кипящий бульон мы всыпаем промытое пшено. Теперь набираем немножко бульона в нашу емкость и смываем все оставшееся пшено. Вот этот кусок мяса я использовал для приготовления бульона. Теперь нам нужно будет нарезать лук полудольками. А также нарезаем сало. Жареное сало с луком называется шкварки. Пшено с бульоном должно вариться на медленном огне. Пшено варится 15 минут. Сначала мы отправляем на сковороду сало. А когда сало немного вытопится, мы добавим лук. Картофель нарезаем мелким кубиком и добавляем пшено. И добавляем картошку в бульон. Мы видим, сало уже вытопилось, мы добавляем лук. Отварное мясо мы нарезаем ломтиками. Сегодня мы используем говядину, но вообще можно использовать и свинину, и телятину. За 5 минут до готовности кулеша мы добавляем шкварки. Шкварки нужно дожаривать до полного вытапливания жира. Теперь мы разобьем 2 яйца. И перемешаем. Яйца вводим в кипящий кулеш. И быстро перемешиваем. Доводим до вкуса, солим и перчим. Ну что, попробуем, что у нас получилось? Я считаю, что не хватает соли. По густоте кулеш должен быть не супом и не кашей. И в конце мы украшаем его ломтиками мяса, которое мы нарезали. Кулеш готов. Приятного аппетита! С вами был Никита Соколовский.